Ваше высочество. Вы двое охраняйте тут. Ваше высочество, я не... Что ты? Не моя Шэньсинь? Теперь ты супруга генерала, да? Нет, дайте мне объяснить. Все не так, как вы думаете. Что объяснять? Замолчи. Всего пару дней назад вышла замуж, а уже сменила пудру. Но этот запах мне нравится больше. Я еще не делал этого в поместье генерала. Это возбуждает. Ваше высочество, это поместье генерала. Я супруга генерала. И если нас среди бела дня кто-то увидит, нам обоим не поздоровится. Сяо Ханьшань в ту ночь спас тебя. Неужели ты ему тоже понравилась? Ничего. Чем больше ты ему нравишься, тем легче тебе будет узнать, что за вещь наследного принца у него в руках. Правильно. Генерал, не забывай. Благодарю, госпожа. Генерал. Вы еще не ушли? Первый министр раньше был моим учителем, мы с Ацинь с детства вместе учились. Сегодня я случайно встретила ее, и мы немного поговорили. Правильно, госпожа? Супруга генерала? Ваше высочество, в тот день я поступил необдуманно. Шэньсинь осталась жива. К тому же сведения про тех убийц засекречены. Сяо Ханьшэн ничего не сможет выяснить. Ваше высочество, сегодня у меня для вас сюрприз. Ваше высочество, мне из Наньсюня прислали несколько новых красавиц. Новенькие? Все молоденькие. Насколько молоденькие? Такие юные? Да. Это прекрасно. Какой же ты молодец. Самых юных предлагаешь мне. А есть еще более юные? Конечно, конечно, есть. Правда есть? Да. И правда есть. Ты нормальный? Проклятая женщина. Простите меня, ваше высочество. Чтобы сегодня же сожгли расписки о продаже в рабство этих девушек. Еще услышу, что есть такие юные девочки, и спалю весь твой дом. А потом зарублю тебя. Отпусти этих девочек. Хорошо, хорошо. Идем. Ваше высочество, идемте в другое место. Это я виноват. Послушайте, сейчас я отведу вас в место намного лучше этого. Мы раньше встречались? Ваше высочество, я новенькая танцовщица в доме Людзинь. Сколько тебе лет? 17. Как тебя зовут? Шицы. Подними-ка. Прекрасно. Теперь ты будешь моей женщиной. Принеси мне кувшин хорошего вина. Будет сделано. Шицы? Поместье семьи Сяо. Генерал, генерал, совет.
Госпожа, что же вы не поговорите с генералом? У генерала много дел. Лучше его не беспокоить. Слушай, вы так и спите раздельно? Хватит болтать. Генерал, доложили, что Юаньбао опять сбежала. Что? Сбежала? Плохие дела. Наверняка узнала, что ты женился за ее спиной. Опять будет скандал в поместье. Что за выходки? Чего ты ждешь? Иди ищи ее. У супруги генерала так много дел? Уже 2 часа тебя жду. Говори, что тебе надо. Где эта вещь? Нашла? Это же поместье генерала. Думаешь, там легко найти какую-то вещь? Даже тебя не коснулся. Как ты можешь тогда мне помочь? А давай я помогу тебе. Вот только не надо этого. Я сама что-нибудь придумаю. А я все равно помогу. Сестра, сейчас на меня все оказывают давление. Но генерал спас мне жизнь. Я не могу его предать. Что же мне делать? Так это ты, жена моего папы? Съешь конфетку? А кто твой папа? Сяо Хэньшэн, конечно. Ты пропала. А что такое? Моему папе нравятся женщины не такого типа внешности. Теперь понятно, почему он спит отдельно от тебя. Значит, твоему папе нравится твоя мама? Мой папа не видел мою маму. Я тоже ее не видела. Плохи дела. Ты еще и туго соображаешь. Ты ему тем более не понравишься. Я... Возьми меня на ручки, на ручки. Ладно. Юаньбао, слезай. Не хочу. Если я слезу, ты опять меня одну отправишь в академию. И не побоялась же сама купить повозку. И никому слова не сказала. Что, если бы что-то случилось? Ни за что не слезу. Будь послушной, слезай. Папа, ты меня не любишь. Ты всегда отсылаешь меня, когда уходишь на войну. До сих пор меня не забрал. Я тебе не нужна. Генерал, может, пусть она пока побудет у меня? Будь умницей, Юаньбао. Юаньбао, отпусти, сейчас же отпусти. Юаньбао, отпусти. Ладно, оставайся здесь. Ты настоящий друг. Теперь ты будешь моей мамочкой.